Всем добрый вечер. Я тут затеяла видео с кисточками и думаю, дай-ка я начала макияж делать все-таки для видео. Вот, и начала, и думаю, дай-ка я сначала сравню вот эти две туши. Вы знаете, у меня с тушью особых как бы проблем нет, и я так не особо сильно мечусь, но я все равно две основные туши, которые я очень сильно использую и очень люблю, и вот я все время не могу решить, одинаково я их люблю или люблю я какую-то из них больше. Это, мне кажется, они одинаково отличные, одинаково замечательные. Dior Show просто классическая вот такая обыкновенная Dior Show. Вот, и вторая Charlotte Tilbury Full Fat Lashes. Это тушь, которую они не переделывали. Это Legendary Lashes они переделывали. И я ее не покупаю. В первый раз она была плохая, второй раз она не особо лучше. Вот, и поэтому я как бы остановилась. Вот это хорошая очень формула. Она действительно и объем, и длину, и ни в кучку не сползает, и никаких паучьих лапок, ничего нет. Вот. А сейчас думаю, дай-ка я пока не накрасилась, я сделаю у меня на глазах, в общем, только немножко тени, такие золотистые, и чуть-чуть подводка карандашом. Все, больше ничего нет. Поэтому я хочу один глаз сделать Диором, вот этой, а второй вот этой, и посмотрим. А потом будем делать видео про кисточки, потому что у меня теперь очень их много. Я сделала три разные секции, и я вам объясню, как и что. Вот, и очень интересные кисточки я для себя обнаружила. Думаю, интересно так? Есть бренды, которые для дураков объясняют, что для чего, какая кисточка для чего. То есть, ну, это мы в следующем видео сделаем. Так вот, сейчас попробуем, я быстренько буду перематывать. И в заключение скажу, что и как. Ну вот, я сделала два слоя каждый из них, и я хочу вам показать. Значит, вот это Dior. Здесь, что мне понравилось, это что сама формула очень мягкая, так красиво ложится это все, и можно наращивать второй слой без всяких проблем. Она совершенно в кучку не сгребается, никаких этих нет, не слипается, ничего. Вот, даже вот сейчас третий раз делаю, вот она, видите, вот так. Вот. И что мне здесь не очень понравилось, это что, вот на мой взгляд, вот эта кисточка, она довольно большая, она слишком толстая. Мне кажется, она могла бы быть немножечко, вот где-то в пробнике, а это у меня в косметичке внизу, там слегка такая изогнутая есть кисточка, и она чуть-чуть поменьше. Но вообще очень хорошо все естественно так, и вы знаете, нет ни одной вот капельки какой-то там скомканной, чего-то, какого-то комочка, ничего нет. В этом вот смысле, единственное, что если бы вот кисточка сама, как бы, ее, может быть, не такая большая бы она была. Вот. Совсем маленькие я не люблю, там очень много возни. Это много берет, хорошо загибает, все делает. Charlotte Tilbury очень хороший дает она объем. Вот ее видно, что немножечко здесь по-другому. Видите, вот здесь глаз, вот этот. Вот, это вот Charlotte Tilbury. Чуть-чуть капелька здесь есть, ну-ка подвинка я вас, себя, то есть. Вот. Вот здесь есть чуть-чуть небольшие такие погрешности есть. Маленькие-маленькие такие микроскопические комочки. Вот, но... и что мне не понравилось, что она... Как-то вот она их вместе, вот тут вот есть у меня, где они как бы вместе. Но она их как-то сразу поднимает. Она вот поднимает их лучше. То есть вот до сих пор я еще это... Обе туши замечательные. Я думаю, что дало немножечко разный результат. Здесь они как-то вот больше сразу, видите, загнуты как-то. Как будто я их загибала этой штукой. Вот. А здесь они просто вот такие вот, вот летящие, раскрытые. Ой. Ну, я думаю, что особо сильной разницы нет. Не видно так вот чисто визуально, да?
Вы знаете, обе туши замечательные, обе туши хорошие. Если бы мне сказали выбрать одну только, я бы, наверное, спятила. Я бы все равно бы две. Но не знаю. Обе хорошо. У меня не было никогда расстройств Charlotte Tilbury вот с этой Full Fat Lashes. Никогда. И вот эта Dior Show всегда она была очень хорошая. Единственное, здесь вот кисточка немножко такая толстенькая, жирненькая больно. Ну и все. Как бы вот сейчас это как бы объективно посмотреть и сказать. Я не знаю, они мне обе нравятся. Они обе нравятся, обе хорошо. Вот, но мне кажется, вот у Charlotte Tilbury хороший эффект такой, что она их вот сразу, видите, с самого начала она поднимает. Вот у меня камера здесь, и мне приходится в угол смотреть. И мне это настолько не... это непривычно. Ну что, девушки, что думаете? Кому что нравится? Ну все, сейчас будем делать кисточки. В общем, я себя рассмотрела очень подробно, посмотрела запись сейчас и еще раз посмотрела в зеркало прямо, вот так, не сбоку, а прямо. И я решила, что победитель все-таки Dior. Dior Show победитель по тому, как выглядят ресницы после нанесения. Сам процесс тоже приятный, все. Единственное, что, конечно, кисточку бы они вот чуть-чуть получше бы это. Но мне кажется, я сейчас посмотрела, они, знаете, у них такая мохнатость настоящая получилась. Это вот прям вот ее видно, что они накрашены. А это вот они прям такие мягкие. Вот интересно. Вот здесь жесткие вот они после нанесения. Вот это Charlotte Tilbury у нас была. А вот это вот Dior. Они прям мягенькие такие. Вот. Так что победитель Dior. Да здравствует Dior. Знаете, что думаю? Что лучше всего... чем спросить мужчину. Сейчас спросим мужчину, hello. Что он думает. Привет, hello. Привет. Он даже не знает, что ему грозит. You don't know what I'm gonna ask you. No. Right, listen to this. I have two different mascaras. I'm gonna just put it like that for now. I've got two different mascaras on my eyes. Yes. On the right side and on the left side, there are two different ones. And I'm not telling you which one is which. Okay. Right, I have to film you as well somehow. Right? So, you look at my eyes. Yes. With love. Of course. Which one you think is better, is looking better? The mascaras. My eyes, in which mascara? My eyes, in which mascara do they look better? This one. Well done. Молодец. So this is Dior, да. And this is Charlotte Tilbury. So you like Dior? Dior is better. Good. Yes. Молодец! Видите? Тренинг многолетний. Все понимает мужчина. Молодец. Ой, встала. Ну все, пока? Пока. Ну скажи хорошо, пока. Пока. Вот так. Вот второй мужчина подошел. Понятия не имеет тоже, что буду спрашивать. Сеня, тест на эту... Что? Как это называется? Наблюдательность. Трезвость. Не на трезвость, а на наблюдательность. У меня два глаза, как всегда. И накрашены они разной тушью. Да? Да. Да. Ну и чего, как тебе больше нравится? Да, они вроде оба нормальные. Я понимаю, что они нормальные. А вот какой более как бы, ну, как это? Элегантный. Элегантный. Какой более драматичный? Подожди, я на себя поверну. Блин. Сеня, смотри на меня, давай. Какой глаз лучше? Вот этот или этот? Ну уж выбери из двух. Да я не знаю. Где ресницы смотрятся более натуральные, пушистые? Ну все. Сеня. Очень трудный тест. Ну смотри, я глазки закрою тогда так. Ну, вот этот, который вот этот пушистее. Пушистее! Который тебя... Догадайся, какой. Это у меня слева, значит, твой правый. Ну, я понимаю правый. Догадайся, какая тушь. А, черная? И, да. Dior, чё-нибудь. Конечно, чё-нибудь. Все поняли. Вот так. Приговор. Все трое решили, включая меня, что Dior лучше, чем Charlotte Tilbury. Ну все, девоньки, пока.